Ну что, пару дней не шпилил. Что-то он там. А, задания, они всегда выдаются заново. Всегда выдаются вот эти контракты, которые с голубятни. И постоянно он что-то говорит. Так-то что мы тут остановились? Какие-то дрэнги? А, да, двое ребят там есть. Может, кстати, сделать. Что по ордену у нас? И это что, постоянно будет всегда? Вот это повторение все. Так. Почему-то при каждом новом заходе в игру. Когда семя бывает в Ирландии, его можно найти. А, я пробовал туда сходить. Но это все параша. Это все параша. Либо туда ведет квест, либо я не знаю, где он. Может быть, потом, если уж пройдя какие-то квесты, его не найдем. Мне кажется, он по сюжету пойдет. Вот этот товарищ. Лорд какой-то, блядь. А, здесь тоже. О, кстати говоря, тут у нас, если квест, это значит откроется эта книга. И здесь, как же это называется? Айлих. Здесь тоже у нас есть доспех, и как-то его можно будет достать потом. Ладно, пошли тогда. Все это мастерство я буду раскидывать уже только в том случае, если мне вдруг покажется, что не хватает, ну, мощности, типа, преодолеть каких-то противников, там, боссов или еще кого-то, не знаю. Тогда уже буду все вкидывать точно. Вообще игру прошел легко. Вот эти 150 часов, вот основной игры, да. Они очень легко прошли с медвежьим комплектом. Если где-то нужна была невидимость, тут ну, особо проблем не было. В инвизи побегать тоже было прикольно. Ну и вот, как бы квест рядом. Где-то вот, зараза, здесь есть у нас вход. А где он, я не знаю. То есть где-то внизу эта книга засана. Так, что это? Ты видишь, Сюнин? О! Колодец. А я его не только сейчас увидел. А ли я тут был? Ну, сокровище как бы тут. А пройти так ним нельзя. То есть вот в чем прикол. Сокровища-то они. Вот они прям за стеной. О, красная херня какая-то вон там. Вот это уже другое. А, это арбалет. Тихо, ребята, все нормально. Где-то есть проход. А где? Здесь нету. Ну, что-то по квесту, видать. Вон там это все сокровище. А как пройти туда, хер его знает. Сейчас, наверное, по квесту что-то скажут и пропустят эту локацию закрытую. Мне так кажется. Господь услышал меня. Ты льстишь мне, король. Ну что стряслось? Где Барит? Он не вернулся, как и двое вестников, посланных к нему. Это не случайность. Боюсь, здесь чей-то злой умысел. Да по-любому. Позволь ехать мне, король. Если он жив, я найду его. Даже с твоей хитростью туда просто так не попасть. Нужен королевский пропуск, а его редко дают викингам. В Дуннангале у кого-нибудь да есть. В Дуннангале? Там есть норвежцы? Да, это порт на западном берегу. Они много торгуют с Айлихом. У кого-нибудь там должен найтись пропуск. В этот порт трудно попасть? Люди там обленились от сытой жизни. Вряд ли они ждут набега викингов. Или викинга. Славно. Я отправлюсь в Дуннангал и добуду пропуск. Если позволишь, король. Если это спасет моих людей, езжай с Богом.
Тут это интересно. Найти пропуск. Косарь 300. По-любому, значит, телепортируемся. Где это? Где этот Дунангал? Блять, эти квесты висят. А это что? Дренги. А вот сюда. Так, ну это по-любому через вот эту точку идет маршрут. От торгового порта. Два меча и ничто не остановит. А, суператака же какая-то есть. Ку, если нажимать. Тут только подсказки перелистываются, зараза. Сейчас попробуем. Что-то я помню, что мечами. Если два топора, то топорами крутит. Так, тихо, пацаны, мне надо вон туда. Блин, еще не пройденная Origins лежит и Одиссея. Прикольно. Так, что-то как-то странный маршрут. Ладно, хрен с ним, через гору. Наверное, через птичку надо было идти. Да ладно. Блин, бесит этот полноэкранный режим бандиками. Вот этой херни бы не было наверху. Мышка наводится туда, наверх экрана, и... Так, здесь как? Здесь будем прыгать. Первый раз так как викингов этого начинаешь рубиться, так нихера не понятно, что, как, где сокровища находятся, так все непривычно, но сделано неплохо, мне понравилось. Так, не то, что видишь. Все, ну давай как-то залази, что-то за фигня. Блин. Опал. Опа. Вот это что-то интересное. Записка, запачканная кровью. Шимас ни в чем не был повинен. Просто ему везло на рыбалке. Но так нас одолела зависть, что мы отвергли заповеди, обогрели руки кровью и присвоили его имущество. Едва успели мы спрятать награбленное, как Господь воздал нам по делам нашим огнем и сталью. Остальные мертвы, и скоро я последую за ними. Если кто найдет эту карту, то молюсь, чтобы удача, которую мы с ее помощью принесли тому человеку, хоть немного облегчила бремя наших грехов. Интересно. Касается ли какого-то квеста, интересно. Наверное, нет.
Так, вон какое-то поселение там. Кажись, я тут даже бывал. Блять, зараза. А че это за дурак? Ладно, я понял. Сейчас, погодите, я кусты найду. Найдите королевский пропуск. Так, быстренько плащ. Да, здесь наверняка есть счастливчики с королевским. Да, здесь наверняка есть счастливчики с королевским пропуском. Самое главное, где эти частички? О, вот он. Сейчас он придет сюда по-любому. А может и нет. Сейчас свистанем, и он подойдет. Вот кто наверняка ведет торговлю с Айлихом. Ну что там такое? Главное, чтобы вот этот конь стоял. Сразу пропустят в Айлих. В Айлих и косак. Ну давай, где там перемещение? Айлих. Так, как же до него лучше добраться? Что-то мне кажется, с этого порта подручнее будет. Так, да, Элих, почти дошли, а ты где-то наверху. Так, мы погнали. Чё там за короли такие? Суровая крепость. Любопытно будет взглянуть изнутри. Посмотрим, что они скажут, увидев мой пропуск. Пропуска мало, чтобы попасть в крепость. Нужно поискать другой путь. Так мы уже ищем.
Эх, зараза, этих-то нету. Стрел. Ну хорошо. Так, лук гунов. Лук Нодена. Минус. Где они? Я тут, кстати, как-то шарился, по-моему, не мог найти сокровища. А может, и не шарился? Блин. Так, стрелы. Если меня узнают, будет плохо. Да берите, блядь. Так, ну на луке надо сыграть сейчас, походу. Может, он не хочет, чтобы его узнали? Так, здесь какой-то спуск, чего-то где-то есть. Блядь, везде сокровища. Вроде никого, ничего. О, блять, смотри, ничего здесь сколько. Это как-то их устранять надо по-другому. Тоже не полностью. Какая-то странная тема, я еще не понял, где я нахожусь. Здесь вот с одной стороны. О, ребятки. Хорош. А, она же собирает, точно, я забыл. Так, ну что-то, кажется, тут барахло надо пойти собрать в палатке. А эти товарищи вообще где-то под землей. Так-так. Блять, да чтоб тебя, блять. Ты встанешь или нет на месте? Сука.
Блять, идеально. Это было идеально. Тут что-то есть, кого-то где-то. Опа. Не помогло нихера. Так, а вон там внизу, там, короче, товарищей можно это, блять. Тут я вижу, где-то барахло есть. Найдите ключ от двери, а где его, блядь, найти? Тут не открыть, только с той стороны. Почему мне вот этого задания не хватало, блядь? Так. Где может ключ-то быть от двери? Я хер его знаю. О! Не намека на ключ. Ладно, пойдем. Что ты видишь? Ну, ключ я точно не вижу. Ой, блядь. Где же этот ебучий ключ? Наверное, по поиску пойти надо. Так, 8 стрел. Меня не должны узнать. Накину капюшон. Блять. Знаменосец точно опасный парень. Этот что-то не... Спокойно. Ты чё, блять?
Так, а стрелы там она не будет возвращать? Вот этого бы подзагасить парня, блин. Пробраться-то. Так, стрелу она мне отдаст, нет? Блять, да чтоб тебя, а? Да пиздец. Ёбаный в рот, нахуй. Косое говно. Сука. Что происходит? Мне что, пошли за тобой ли? Конечно, лезь. Блять. А этому хмурю пофиг, что ли? Ну и ладно. Я что-то вообще не вкуриваю. Как? Что? Что делать, блядь? Куда пробираться? Встретитесь с королями, блядь. Допустим, да, сохраним. И попробуем вот к этому типу подойти. Что привело тебя сюда? Королевское дело. Вот мой пропуск. Что ж, проходи. Всех загасил вокруг. Кто ты такой, чтобы являться королем Айлиха незваным? Фергал? Ты не Фергал. Я тебя не знаю. Я Стурм из Дун-Нангала. Кто такой Фергал? А, один из наших родичей, что прежде давал нам советы. Надутый козапас, которому бы послушать наших советов. Что ж,
Сторм. Что ищет здесь викинг из Дуннангала? Вот это... Еще не знаю. Я здесь по вашей воле. Это ошибка. Я ни за кем не посылал. И я. Это мог быть... Сам знаешь кто. Но он ненавидит викингов. Прости резкость моего брата. Мы выясним, в чем дело. А пока... Не хочешь промочить горло? Да. Поднимем чаши. Правда, моя все никак не опустеет. Вот тут я не понял, блядь. Так, что-то подвисло. Блядь, а? Ну давай, развисай. Что-то странно. Ладно, сейчас попробуем перезапустить. Какое дело? Вот мой пропуск. Что ж, проходи. Кто ты такой? Так. Чтобы являться королем Айлиха незваным. Перезапустил. Ты... А, прости, резкость. Не будь я так доверчив, решил бы, что меня хотят подпоить. О. Спасибо, но нет. Я вернусь позже. Не стану мешать королевским делам. Если не хочешь пить, тогда полюбуйся крепостью. Она весьма славится в этих краях. Да я уже там Мы все... же говорили, король Барит. И не раз. Врата крепости Айлиха закрыты для гостей. О да, накрепко закрыты. Особенно для некоторых. А, так вы там держите пленников? Бросьте! Лучше выпьем! Неужто вы думаете, что я ни разу не брал заложников? Что ж, я поищу место, где можно отдохнуть, пока я вам не понадоблюсь. Разумеется, разумеется. Твой пропуск послужит тебе везде. Увидишь Фергала, кланяйся от меня! Сколько можно, Барит? В крепость никому нельзя. Уже пол крепости. Если я верно понял Барита, свобода Фергала — ключ к свободе Айлиха. Значит, мне и нужно тушня. Попасть в крепость. Ну и что, блядь? Блядь. Так, как теперь с этим разбираться? Нужно попасть в крепость. Найдите, соберите узников. Но у кого-то должен быть ключ. Нихуя. Не стоит привлекать внимание. Нам нужен ключ. Сука, где ключ? А, нихуя, вот он. Быстрее, лезь. Как ты? Эй, постой!
погнали. Надеюсь, это нужный ключ. Золотишко. Видимо, заперто с той стороны. Надо в ту сторону, конечно же. Есть тут кто-нибудь, кого зовут Фергал? Это я. Кому я понадобился? Бариду Макимору и Флану Сине. Они дарят тебе свободу. Я понял, еще и развязываю. Благослови тебя Бог. Так, сиди пока. Нет, нет. Надо сокровище тут забрать, как -то. Что за херня? Эйвор, служишь королю Бариду. Мы пытались переговорить с ним и вернуться, но нас схватили и бросили сюда. Я вас выпущу. Возвращайтесь к королю Флану. Нет, а это барахло надо как-то открыть. А как? Гадали. Ну-ка уйди, блядь. Хорош. Тут не могу уже освободить. Благослови тебя Бог, спасибо. Это... О, спасибо большое. Убейте врагов в тюрьме, таких врагов. Тихо. Сейчас мы разберемся. Да, сука. Вот таком бы ебучий. Так вот всех заранее подзагасил и нормально. Вот и ты, брат. Мы, короли, здесь недурно проводим время. Это аббат устроил здесь тюрьму. Он берет заложников из всех семей, чтобы мало-помалу подчинить всю Ирландию. Заткни пасть, Доннал! Эгон убьет тебя, если станешь болтать!
Афлан, если буду молчать? Домнал сказал правду. Это все Эоган. Он велел задержать всех вас, пока... Пока что? Пока Аббат не выступит со своим войском. Сколько у него людей? Сколько? Мы не знаем. Никто не знает. У него есть отряды в Орме, и немалые. Это все, что я знаю. Мой брат бросил бы вас лежать в луже крови. Но король Флан, возможно, будет милостив. Вы не пленники, а заложники, пока король не решит, что делать с вами. Подумайте о своих грехах. Проще позволить им сохранить корону, но... пока им незачем об этом знать. Флан должен узнать о ловушке. Я уже послал к нему вестников, чтобы увести войско. Я не собирался сидеть и ждать, пока ты появишься. Я восхищен. Брось. Мне пришлось много дней локать эту дрянь, прежде чем у Ниэла развязался язык. Ты превзошел сам себя. Я расскажу королю, что это была твоя победа. И твоя тоже, брат. Убедись, что вести они там договариваются. Плана, а я догоню тебя. Доведут тебя соли, мать. Вот этот сидит, базарит что-то. Мне кажется, он какой-то нечистый кет. Что-то какая-то подвох какой-то есть. Сука. Под маской дипломатии. Я хер знает, что это и куда это. Ну давай, задание. Под маской дипломатии. Добыв улики, которые доказывают существование заговора Эйвер, Барретт должен убедить Верховного Короля. Поговорить с королем, короче. Надо сгонять последних кентов вот этих, загасить. Интересно будет. Хоть разнообразить немножко эту всю парашу. О! И, кстати говоря, тут эту книгу наконец-то отдадут, скорее всего. Но мы сначала вот сюда. Дверь на засове. Спасибо, блядь. Тоже знал, что в палатке там есть такая решетка, блядь. Так, два последних дренга. Сейчас мы им покажем, кто настоящий дренг. Где они, блядь? На острове, что ли? Весьма странно. Бежка, да. Чего? Они померли, что ли? Это же вообще пища. Щит торгиста. Сразу чекнем, что он там дает. Так, а это что у нас новое? Атака возрастает при получении урона длительность 10 секунд. Еще 15 устойчивость ближним боем. Ничего, красивенький кельтский. Какие у нас вообще набор, кстати, есть? Наставник, это что-то старое, незримые. Ну-ка, пригнулся, остаться незаметным, 10 секунд.
25% урон, 25 от внезапной атаки. Урон попадания в голову, увеличен, 25 этих самых. Так, что там? Шлем Тена, что это? Вероятность критического удара при парировании, бонус теряется. Так, урон от критического удара дополнительно увеличивается. Гологласа какого-то, устойчивость в ближнем бою при завершающих ударах от 3 до 15. Ну так себе бонус, блять. Иберийский. После уворота 4 секунды параша. Византийский. Броня возрастает после критического. 6 секунд, 15 брони. Урон. Ближний бой и здоровье. Неплохо. Русский. Атака возрастает с 3. Так, 3. До 20 атака возрастает. Устойчивость и броня. Эх, параша. Так, что там? Египетский. Прикольно. Днем атака возрастает. Устойчивость к горению, блять. Маска магистра. Шлем бригантины. Прикольно все расписали. Шлем друида. Серия ударов 3. По одному и тому же врагу восстанавливает здоровье. 3-5%. Вот это интересная тема, блять. Сразу захотелось прокачать. Подлинное увеличение урон и устойчивость к отравлению. Чисто вот из этой хилки, если какие-то хилищи еще вещи одеть. Буду рассматривать этот комплект, как чисто прокачать, чтобы хилиться в бою. Не знаю, потом пошарюсь. Это у нас что? Дублин. Дублин. Урон в дальнем бою, скрытых атак. Ищ, так, параша. Кельтский. При получении урона, рассмотрели. Шлем клана ворона. Шлем охотника. Короче, броня друида. А это, в принципе, что это? Мадронит какой-то. Атака при добивании оглушенного. Короче, все ясно. Это у нас еще герой Дублина. Плащ. И у нас щит появился. Сейчас чекнем, какой щит Торгиста. При скорости с высоком здоровье. Ну, ну и нормально еще. Неплохо. Могучий Торгест. Это достойная память. Ну разбился, типа. Блин, а я думал тут биться с двумя дрендами буду. Зараза. Что ты видишь? Это совсем печально. Ну что тогда? Сюда. Блять, вот. И сюда. Печально, печально. Повышают. Показатели дают особенности, можно нанести на доспехи и оружие, это все известно. Квохер.
Погнали в этот клохер. Похер, погнали в клохер. Нормально. Волчар. Что тут делаешь? А ты... Так-так. Что так-так? А, типа это. А там скид надо. Говорить с планом. План-то у нас там. О, это не лишним будет. Ну-ка, что вы тут, ребята? Спасибо за Айлих, Эйвор. Утром мы выступаем. Ты не откажешься в награду возглавить мою почетную стражу. Разве ты не получил вестей Барреда? Нам следует отступать, а не выступать. Тебя хотят заманить в ловушку, король. Барред думает, что проник в замыслы королей Айлиха, но церковь здесь крепла и процветала со времен моего дяди. Церковь стоит во главе заговора. Разве тебе не сообщили об аббате Эогане? Король Ниал и король Домнал ищут, на кого переложить вину. Церковь просто козел отпущения. Вдруг в сомнениях Барреда есть зерно правды? Эоган аббат Армы, наместник Господа в Ирландии. Я не могу усомниться в нем лишь по слову друга. То есть язычника? Почему ты до сих пор здесь? Ты не получил моих вестей? Увы, король Флан усомнился в них. Нужно оставить Клохер немедля, мой король, пока войска Эогана не окружили нас. Ты мне не указ, Барред Макымар. Будь у него войска, мои лазутчики. Они давно мертвы. Клянусь Бальдром, Флан, сколько нужно смертей, чтобы ты поверил? Не забывайся, Барред. И не поминай при мне своих лжебогов. Стойте. Что это? Волки Эогана уже здесь. Я спешил не для того, чтобы сдохнуть в палатке. На нас напали! Вперед! О, придурок. Здесь мне точно не рады. Конечно. Ты не рассчитывай! Сейчас! Это целый натиск! Мы победим! Гасимый, блядь. Ну... Сука. Пиздец. Зашибись. Короче, запарила она, блядь, вылетать. Что-то, видать, не вывозит комп в какой-то момент. Лук прикольный. Интересно, на каком моменте сохранилось. Звучит просто. Блять. Да что к тебе, блять? Как базарить с ними? Ну давай, давай, пропустим сейчас. Нужно быть осторожнее. От них сердце города! Вот
рассчитывай! Если мы отобьем их натиск, мы победим! Сдохни! О, вон их сколько.